Водителю 87-го автобуса этим утром хулиган брызнул в лицо из газового баллончика. Пассажира возмутило, что на остановках открывались только две двери вместо трех. После акта возмездия хулиган с места ЧП скрылся, но остался на видео. Водитель не смог ехать дальше, и людям пришлось выйти на мороз. Именно из-за мороза, чтобы не выстужать салон, утверждает водитель, он и не открывал все двери. Полицейские проводят проверку. Золотые украшения и пару тысяч евро прихватила домработница у хозяйки в Канске. Бизнес-леди приглашала помощницу по хозяйству, но та оказалась нечиста на руку. После работы забирала цепочки, сережки и купюры. Всего поживилась на 350 тысяч рублей. Украшения раздарила, а деньги прогуляла в барах. Так считает следствие. По подозрению во взятке от черных лесорубов попался начальник отделения полиции Нижнеингашского района. За два года он получил 1,5 миллиона рублей. По данным следователей, деньги полицейский брал и сам, и через посредника, а взамен прикрывал знакомого от проверок и не вмешивался в незаконную рубку леса. Сам полицейский свою вину не признает. Волна землетрясений докатилась до России. Эпицентр на этот раз в акватории Байкала. Магнитуда 5,9 баллов. Ближайший поселок всего в 18 километрах, а в Иркутске трясло на 3 балла. Разрушений нет. В среднем, отмечают эксперты, в Прибайкале каждые 1-2 года случаются землетрясения в 7 баллов. Раз в 5-10 лет трясти может на 8 баллов. А раз в сотню лет могут быть и 9-бальные землетрясения. Впервые после пандемии в селе Сухобуземском отпразднуют Масленицу. На следующих выходных там пройдут гуляния и традиционное взятие снежного городка. Именно на эту забаву в Сухобузима с 2010 года выезжали сотни красноярцев. А в столице края широко праздновать будут на Ярыгинской набережной. Правда, без суриковских постановок.